have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Привет, привет. Всем доброго времени суток. Яблочко за яблочко сразу, да? И укусил сейчас. Вот бы яблочко куснуть. Так, Котяра, давай, рассказывай, куда ты нас сегодня притащил. Сегодня я нас притащил в игру по типу Natural Disasters, только круче. Natural Disasters как будто умножили в 10 раз. 100 раз больше веселья прям. Очень классно. Мы жили в 10 раз, но висели в 100 раз больше. У тебя с математикой так же хорошо, как и в прошлых выпусках. Поздравляю тебя. Ничего не меняется. Да, есть вещи, которые остаются несменными. Это хорошо. Так же, как и Roblox, который возвращается к нам на канал время от времени. Так что все было хорошо. У нас отель Калифорния, где подают суши Калифорния. Интересно, лифт работает или нет? Если нажать на кнопку. Он никогда не работал. Ну, кнопка-то нажимается. Нажимабельная. Ё-моё! Йоу. Ребята, у меня мототрука есть. Я сейчас пытаюсь на ней на балкон выехать, конечно. Так. Чё? А чё за дизастер? Вулкан. Блин! Офигеть. Извержение пукана, не надо. Как же я вовремя... О, бар! Никогда больше не буду пить. О, бар! Извержение пукана. Это если ты много тако ел, то да, это вполне возможно. В общем, офигеть. В любой непонятной ситуации идите в бар, слэш, нет, никогда не ходите. Нет, в баре, знаете, в баре могут подавать классные безалкогольные напитки. Вот, за что я продолжаю топить, так это что алкоголь это зло, поэтому если вы заходите в бар, берите себе или квас, или нулевку, или вообще лимонадик. Шокируйте бармена и свою печень, закажите лимонадик. Заходите в бар, берете молочный коктейль и уходите. Молочный коктейль с клубникой. Наткнулся сегодня на ТикТок, где тип пишет, что me before, короче, до 18 тако. 18 тако. 18, ну значит 17 это предел, мы теперь знаем, спасибо. Ах ты, тут пола нету. Тут просто адский крик из угла. Ай, мы выжили. Было слабенько. Ну, было слабенько. Мне понравилось исследовать этот небоскреб. Там очень много классных деталей. Хрен на себе, у тебя японское имя, чувак. И скинчик вообще просто зашибенский. Но разве это не корейское? Нет, посмотри, это японские буквы. Ты до сих пор не различаешь, что ли? Он посмотри на этот маленький скинчик, я на него залез, кстати. Дорогой YouTube, пойми меня правильно, это игра. Не надо мне тут ничего. Зачем вы сюда этого мелкого сунули? Теперь мне придется держаться от него подальше. Ну, чувак вообще на динозавре ездит. Это как, знаете, хобби-хорсинг, только с динозаврами. Где мы? Что это такое? О, нет. Это нормально, это просто Могилевская область. Мне даже страшно, что предполагаешь, что у вас там по-настоящему происходит. Так, хорошо. Это... Да, ты не видел новый мем про Могилевскую область? Откуда у меня мем про вашу страну? Слушай, серьезно, это же местные мемчики, локальные. А ты не видел новый мем про Черниговскую? Ну, серьезно, как бы. Ну, это же сейчас по всем интернетам разлетелось. Ну ты шутник, рассмешнил меня, рассмешнил. Почему туалеты не садибельные, не седабельные? Я хочу, например, не стоять на нем. Я же не гопник какой-то. Ари 51. Ё-моё. Всё, сейчас один. Чё, блин, чё это? Чё это за фигня? Из-под коня. Чё это такое? А, НЛО, что ли? Пришельцы. Я понял, пришельцы. Ой, пол падает. Охренеть! Я потусю на кухне, если нас тут завалит, мне будет что жрать, я поваров съем. Ребят, тут пришелец под ступеньками внутри лаборатории. Сигма, лаборатория, Сигма, посмотри назад в окно. Да, там все падает. Ну я над тобой. Офигеть. Вы должны на это посмотреть, тут пришелец. Я выхожу на крышу, мы заберите меня! Я задавила. Иди ж ты куда? Зачем? Уйди на... Ой-ё. Ребят, вам следующая карта очень сильно понравится. Ты её крафтил или чё? А? Ты её делал? Я видел её. Машинки! Вот это ай, блин! Ну зачем ты меня убил? Я только до машинок дошел, до интересников. Ай, блин. Офигеть. Только посмотри, как это круто сделано.
Да, сделан прям весело. Масштабно. Пью-пью-пью-пью-пью. Так, а кто там вообще? Нет, кто-то же выживет прям. Зачем по нам стрелять? Пока я пошел, забрал свою литровую чушку. Чушку чая. Чушку чая. Чушку чая. Чушку края, да? Где медленно слаги? Улетает. Я в пиве. Ты в шоколаде. Опа. Иди наверх. Где-то. Да офигеть. И кто-то выжил? Ты выжил? Офигеть. Смотри, ну вот этого типа, который мимо тебя пошел. Где? Я не вижу. Ё-моё. Что ты не слышишь? Что ты не видишь? Ух ты ж. Это ж вот этот, это друг. Нет, я думал, что это этот японский, это его друг. Да. Что, мне рассказывали, что он не японский? Нет, вон рядом японский, который японский шарик, вон, видишь? О, да, карты. О, нет. А, нет, это не та. Не та! Ничего, расист. Я просто на спауне сделал шаг и улетел. И ладно, я посмотрю со стороны, как вас будет колбасить. Блин, вы сейчас еще и все выживете, вот скоты. Ладно, сейчас. Что это за дичь вообще? Я не знаю, что это за дичь, но это выглядит как дичь лютая. Я посмотрю сверху на эту дичь. Что это за развлекательная площадка? Я не знаю. Больше похоже на мини-гольф, помнишь? Там были такие же издевательства над мячиком. А, да-да-да. У меня вьетнамские флешбенки. Кто сейчас... О-о-о, я вижу, как вы там попадали. Кто сейчас вспомнил мини-гольф и помнит, когда он выходил, пожалуйста, отпишитесь в комментах, посмотрим, сколько нас... Нам уже пора принимать таблетки, мы уже старые. Детские таблетки. Если вы еще помните то, что раньше на этом канале снимали Roblox на постоянке. Большой толпой в Дискордике в 7-м канале. Да, было такое, было такое. Сколько лет-то прошло. Мы тут собрались ностальгировать. Сейчас, смотри, будут плаки-плаки в комментах. Люди пришли поржать, а мы тут им на чувства давим. Ну что это за колбаса? Почему-то Давид выглядит не как Давид, посмотри. Давид Икс, посмотри, он с тобой вон стоит с розовыми волосами. Это что за драг-квин такая? Что с лицом? Что с лицом? Она еще и у людей сзади тычет. Смотри, фу, блин, я отойду. Что у него? У него кролик на плече. Глянь на М60. Офигеть, это... Посмотри на это лицо просто. Ну-ка. Лицо, офигеть. Вся форма, все-все-все, и мягенький кроличек на плечике. Блин, интересно, сколько стоит этот скин? Проверишь потом? Мне просто интересно, сколько чувак потратил. Не то, чтобы я собирался такой носить. Кстати, раз уж Roblox у нас эпически возвращается, то надо бы, наверное, поискать какие-нибудь новые цилиндрики, посмотреть, что мы можем надеть. У нас же коллекция цилиндров не обновлялась уже хрен знает сколько лет. А вот, а цилиндр коллекционируешь? Ну это же фишка нашего канала в Роблоксе, что у нас есть цилиндры на все случаи жизни. За тип с LDP делаешь? Тип с ПНВшкой М60, да? Да-да-да. Да. Так, зашел из ночного профиля. Так, ёкарный бабай. Дорого-богато? Да не то, что примерно как мой скин. Дорого-богато. Значит, шлем. Такой же, как у меня за 75. Угу. Значит, за ПН... Значит, за ПНВ-ха. ПНВ с 95, пипец! Сыки-кока! 95. Что ты? Ой, блин, супер-торнадо, ребята, надо, бегите. Надо в домик. По-моему, домик ни хрена не спасет, ладно. Едь твою, стой! Ой-ой-ой-ой. Пипец. Мне кажется, шанс на выживание крайне малый. Положи меня, не трогай! Это настолько большое торнадо, то что оно все лагает. Лагать не лагает, но... Это денег. Но, блин, я шапку потерял, как так-то? И тут деньги падают с неба. Ну, я надеюсь, меня сейчас торнадо не влетит, я сейчас прячусь здесь за яйцами. Очень полезная информация, любая непонятная ситуация, да. Не иди ко мне, тварь! Вернулся к истокам, скажем так. Найс. Так, что мы можем
Мы можем или не можем? Не пишите сейчас, пожалуйста, кто бы там что ни писал, какие бы смешные мемчики кто бы ни кидал, пожалуйста, воздержитесь. Все мемы, кстати, только в наш Дискорд-чат. Да. Код заценить чашку. Крутая. Наверное. Я не хочу в такой ответственный момент говорить про воздержание, но все-таки займитесь этим. Я взорвался на подарки. Зачем? А как, это он, как он взрывается? Подожди. Эти монетки — это дожкоины, офигеть. Да, это дожкоины. Там даже написано. Вау! А я, кажется, выжил. Тут лысый рейф бегает рядом со мной, идите нафиг. Я выжил. Я выжил. Отлично. Этот торнадо не такой уж и опасный. Голосуем за карту Лондон или метро. А где голосовать-то? Наверху нет. Если взять компас в руки, то можно голосовать за карты. А сразу-то сказать-то не, метро хочу. Не, Лондон. А, да, можно поменять голос. Хорошо. Сразу нельзя было сказать предназначение компаса. Почему, когда я пытаюсь этому типу смотреть в хлебальник, он отворачивается от меня? Фури! Он же там пишет, он же сказал, чтобы его не смущали. Да. Это Лондон? Это, да, как в лучших домах Лондона и Парижа. Посмотрим сейчас. Ух ты! А я не знал. Это Биг Бен местный, да? О, стой, тут NPC-шка есть! О, бла-бла-бла, экономи, бла-бла. В Китае есть свой Париж, вот это китайский Лондон. Да-да-да. Ребята, идите сюда, тут, кто меня видит, не видит, подойдите, тут с NPC-шкой поговорить. Он интересные вещи рассказывает. Я на вулкан. Ой, вулкан. Да, блин, не надо, не надо! Яблоко лечит? Да. Я постараюсь запрыгнуть на вулкан, там должно быть безопасно. Если мне меня сейчас в море не столкнет угольком, нафиг. Мне угольком прям по лицу прилетело. Мерть? Ну, естественно. Так, я залез на вулкан. Не, я уголек доджанул лицом, нормально. У меня пол хпшки забрал. Я по ту сторону вулкана. У меня сверху упал. Все, я отъелся, неплохо. У меня тут болит хел. Нет! Фу, блин, оно заспаунилось у меня перед лицом. Не уйди от меня! Ай-яй-яй, я чуть не сдох. А красные, по-моему, больше бьют, чем желтые, да? Они, по-моему, все ваншотят. Да, понятно, потому что у меня желтый, это, поэтому я выжил. Хватит трясти. Все, я в углу, я наказан. Ну, все, нафиг. Ну, у меня стенка уехала, так что в домашнем кинотеатре. Я выжил. Да, я тоже. Капец. Так, все выжили? Да, блин, даже Арсен бот выжил. Какой-то бот, и тот выжил. Ну-ка. Кверти, чё? Фаром теперь высый. Да. О, нет. Но я не страшный, потому что я не рейф. А если посмотреть на кота? На Давида посмотрите. Вот лысая рейф, про которую я говорил. Хотя если на кота посмотреть, то в принципе тут, ну, не знаю, без этого. Инвалид. Офигеть. Нет, ты у тебя обычное состояние скаута. Мультидизастер. Три. Нормально. Три. Я наконец-то верну себе волосы и шляпу. Мне нормально. Как закрыть бункерную дверь, пожалуйста? Не за что. Пипец, тут много ступенчатых. Лифт работает. Как ты туда ехал? Капец. Зачем я лез тогда по лестнице? У меня шарик лопнул, я не сумел. Мне крайне интересно, зачем делать такие скины, как у М60, если оно будет всрато отображаться в режимах, потому что не во всех режимах включены эти. А отображение... Ёперный театр. Ой. Я, пожалуй, вниз пойду. Уау. Ой, дядя! Если что, можно, кажется, вниз пойти. Меня просто как бейсбольной битой выкинуло за карту. Ракета улетает. Я на ракете улетел! Стой, а ракета улетела? Ракета, по-моему, не вверх улетает. Да-да-да, но так выглядит, как будто ему не хватает немножечко. А он со стартовой площадки улетает, ему нормально. Кто-то заведите ракету, а то она ж не работает. Её уже завели, она вся... Она бы отцепилась тогда, мне кажется. Я не до конца, конечно, всё вижу, ну-ка сейчас посмотрим. Сейчас вообще ничего видеть не будешь. Офигеть. Офигеть, согласен. Вот ломай ее полностью, давай. Кто там вообще выжить сможет? Это же невозможно. Вот это да. Ну вот, я же давай говорю, зато на скинчике обновились. Египт?
Мне нравится карта под названием «Мост смерти». Звучит слишком эпично, как из дешевого детективного романа. И тогда он решил пойти в одно единственное оставшееся место. Это был «Мост смерти». Ну, типа такого, я не знаю. И герой будет нуарным, с сигаретой, курить плохо, и шляпе, и всякое такое. Да. Кто это играет? Где этот музыкун? Я не знаю. Звезды круповуха происходит. Никто не выжил. А, прикинь, чувака так зовут, да. Just stop it. Остановитесь! Так, 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 что же за карта? Интересно, как она выглядит. Чувака зовут, поиграем! Советую сейчас не ходить, вдруг там будет пропасть огромная. Вообще левитируйте. Понял. Это не то, как я себе представлял. Это то, что ты выбрал! Это выглядит как мост из Fallout 2. Короче, может обвалиться. Теперь живи с этим. Дайте топор, я обрублю эту фигню. А, кто-то уже улетел. Тут шахта есть, мне плохо, что прятаться. Да я не хочу. Нет, ну хочу, но мне страшно. Возьми шарик, спрыгни к нам. Он весело и без опа. Без опа. Там вон есть еще... Оп, надо всегда, раскопки. Всегда пауки-роботы. Всегда можно вот так сделать. В смысле пауки-роботы? Реально. Пауки-роботы. Я нашел отсылку. Буквально. Я нашел отсылку на... Они ползают по стенам! Фрум! Фрум! А. Деревья весело и безопасно. Весело и вкусно. Оп! Давайте к нам в шахту. Блин, тут в шахте пауки, шахту, ты уйди. Чё? Блин, тут пауки. Они на деревьях! Они на деревьях, Джонни! Блин, чертов паук. Пусть этого, съешьте вот этого, я невкусный, я несъедобный. Уйди! Пауки! Ты скинь у меня прямо с рук, блин! Нет, уйди от меня! Твари, ай-яй-яй-яй. Эти пауки кусаются, они роботы. Они притягивают себя к тебе, тебя к себе, ко всем, всех. У них пауки... Ай-яй-яй-яй. Уйди от меня! Блин, меня убили. Жаль. Но, на самом деле это было интересно. То есть это было челленджево. О, вот. Офигеть, посмотри на эту паутину огромную. Пью-пью-пью-пью. Вот как надо стрелять одним местом, а не то что. Давай проголосуем за следующую карту. Так. Давай, может, Doomspire? Да, давай Doomspire. Doomspire веселым будет, поехали. Да-да, вот опять. Никто не выжил. Опять он победил. Да. О нет, опять он. Гребаный союз милитаристов. Что это такое, блин? Да. И почему тут женщина? Ну, мы живем в таком мире, что это уже даже не актуальный вопрос. Так в некоторых странах призывают. Кто их назвал слабым полом? Ты уверен в том, что это женщина? Это не та страна, которая призывает. Это немножечко разные страны. Те, которые их ладно, призывают... Ладно, я, конечно, видел Симбоя, который на войну пошел. Короче, идем все сюда, на другую часть острова, там где нету палатки. Тут секретная шахта, идем за мной. Нет. Короче, надо спуститься. Вот эта фишка для фимбоев, если они считают, что это дешевый способ обойтись без операции, что тебе просто что-то отстрелят. Ну, не знаю. Вот сюда, давай заходи быстро, вот сюда в шахту. Какую шахту? Я уже в шахте. Что за дичь? Тут отсылочка есть прикольная. Еще ниже? Быстро вниз. Да, вот сюда, давай. Тут еще безопаснее к тому же. Да, сейчас давай поток залезай. Начнется и будет хорошо. И вот сюда. Да пипяу! Какой слишком поток? Много. Тут что трусы эти, блин! Дроны? Да. А, ну ко мне повернулось! Мне некуда бежать. А что за... Что за... FPV-дроны, погоди, это ж этот... Вот это вот, которого я имя не помню. Индиана Джонс? Да, Индиана Джонс, да. А тут еще другие вещи. Почему этот человек моргает? О нет, я зашел в комнату. Они добавили анимацию моргания? Чего ты зашел?
в комнату, да, милитариста. Да, анимация моргания, хрена себе. Она такая не для всех прор есть. Хорошо то, что Сигма не моргает. О, все выжили. А ты видишь? А так ты не можешь смотреть даже под очки, алло. Ну, очки не моргают. Знаешь, как это в анимации, когда тебе нужно лицевую анимацию сделать, у тебя очки меняются вместе с лицом, для того, чтобы выразить удивление, всяк такое. Вот у тебя этого не случается. Блин, не думаю, что есть. Тут кот из Фортнайта, зырьте. Где? Вот. Я вижу гигантского. Вот на лицо посмотри. Не похоже, не похоже. А, опять эта карта. Тут, короче, пришелец есть под ступеньками, идя он, значит, на нижний этаж. Куда ты испаряешься? Мне дядя так же говорил. Наруто ран, Наруто ран. Я, значит, вот здесь вот, под этими ступеньками видел пришельца. Ты нам врёшь. Да не. Он обещал тебе шоколадку. Когда эти ступеньки разрушат, я уверен, что будет пришелец. Вот эти машинки, которые я хотел в прошлый раз меня убить. Ууу, оно ездит. Класс, все, жизнь удалась. Ну-ка, тут что у нас? Кто играет на этом музыкальном инструменте бесячем? Чикен Наггет, блин, чувак, свали от меня, пожалуйста, я тебя очень прошу, не ездите со мной. Красные бочки. Они не делают то, для чего они были предназначены в этой игре. Пожар в железном здании, серьезно? Дикий огонь. Бампер Карс. Нас не нагонят. Так, ладно. Просто не стоим. Я вышел. Не, блин, мне палки по голове прилетело. Ой, что-то... ладно. Этот пожар удивительно быстро разносится на железо. Кто там говорил, здесь. Кто там говорил, что авиационное топливо не плавит металлические балки, да? Вот. Ой-ой-ой, я умер. Сочувствуем. Ладно, ребята, тогда думаю, что на этой сногсшибательной ноте мы будем заканчивать нашу серию возвращения. Скоро будут новые видосики по Роблоксу. А пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек, всем покеда. До связи. Адио. Пока-пока.